Манускрипт магического равновесия наделяет силой того мага, чье имя в него вписано. Мой папа – чародей равновесия! Граф, математик, астроном, мастерская у него в Сухаревой башне! Был, пока вы не порвали рукопись. Манускрипт был написан на пергаменте из драконьей кожи, стальным пером грифона, волшебными змеиными чернилами. Если ты принесешь эти вещи, то манускрипт можно будет переписать. Я смогу колдовать? Лучше не пытайся. Не думай, не Ашан! Это пустыня желаний! Не разочаруй меня. Нет защиты! Вам чего нужно? Да ничего не нужно. Тут этого барахла навалом. Заходите.